Всем привет, с вами Покедов. И сегодня у нас на обзоре Elite Trainer Box. Ну, первое, что у нас сейчас, это такой буклетик, где у нас видно все карты, которые есть в этой коллекции. Конечно, самое интересное, это Shiny Baby. И, конечно, где там наш здесь Charizard. Да, вот он, самая дорогая карта в этой коллекции. Так, что же нас ждет внутри? Так, первое, это фишечки, они стандартные, уже идут в такой коллекции одинаковые, ничего нового. Так, кубики в этой коллекции фиолетово-розовые, все то же самое. Так, в серединке у нас уже ничего нет. Сейчас, давайте так сделаем. Вот так вот. Перевернем. Опа. Больше всего, конечно, мне нравятся вот эти вот карты. Они очень классного цвета, серебряного и фиолетового. Отличное сочетание они выбрали для этой коллекции. Так, карты энергии, 60 штук. Промо-карточка. Мимикю. Сразу я сюда поставим. Карточка. Ну и, конечно же, рубашки. Рубашки, опять же, выбраны вот в этом цвете. Если честно, я бы, наверное, сделал бы такие рубашки. Они более яркие, такие красивые. Ну, и, конечно же, наши 9 пакетиков, которые мы сейчас будем открывать. Так, приступим к нашему первому пакетику. Посмотрим, что нас ждет в нем. Карта. Ну и поехали. Шермандер. Кэнди. Клей. Есть. Карта не одна из... Отлично. Смотрите, сразу две карты. Да, они недорогие, но тоже неплохо. Две карты. Очень даже ничего. Видим, первый пакетик нам сразу же принес две карты. Да, они не особо дорогие, но в нашу коллекцию пойдут из этой серии. Это уже хорошо. Поехали следующий. Посмотрим, что здесь нам упадет. А, тут бы... У нас уже эта карта есть. Ничего нового, она тоже также недорогая, поэтому пойдет в нашу коллекцию. Скажем так, за два пакетика три карты. Да. Супер. Три карты, это уже неплохо. Поехали дальше. О, Пикачу! Вас сразу же встречает. Может, этот наборчик будет отлично. Опять Пикачу и... Да. Тут ничего нам не попадается, только хала. Ничего такого сверхъестественного. Если вам нравится видео, которое мы снимаем, у нас больше короткие ролики, конечно, но будем стараться делать больше такие объемные на новые коллекции, поэтому будем всегда рады видеть новых зрителей. От вас нужна подписка, лайк, а мы дальше будем развиваться и делать наш контент. О, еще одна. Ну, опять же, по цене, скажем так, эта карта стоит там, по-моему, если не ошибаюсь, 50 центов, не больше. Ну, тоже пойдет в коллекцию, пускай остается с нами. Со временем эти карты только будут дорожать и становиться интереснее. Сейчас мы ждем новую коллекцию, она должна появиться до 4 мая. Я думаю, видео появится на канале где-то 26-го, наверное, 27-го. Попробуем сразу снять, быстро выкинуть, чтобы вы могли увидеть то, что есть из новинок. Есть первая Shiny Baby за сегодня. Ничер миллион. Ну, Shiny Baby неплохо. Неплохо, также как бы не особо такая дорогая.
если там посмотреть где-то доллар, наверное, увидеть цену на экране мы напишем. Я думаю, будет интересно. В этой коллекции самое ценное — это Shiny Baby. Это самое коллекционное. На данный момент у нас пока Charmeleon есть. Это единственное, которое такой прям карточка, которая самая дорогая. $20, но она со временем будет становиться дороже и дороже. Поэтому в нашей коллекции она точно супер. Опять же, здесь ничего нет интересного. Так, у нас осталось 3 пакетика. Надеюсь, хотя бы в одном мы еще найдем какой-то Shiny Baby. И будет супер. Но пока одна. Так. Ну, опять же, от Эстрофа также у нас есть уже, но Экса не распространенные, особенно в японской коллекции, поэтому будем искать дальше. Будем благодарны, если вы поставите лайк этому видео, подпишитесь на наш канал. Мы будем стараться делать для вас более качественный контент. Со временем будем делать каждый день более такие долгие видео, потому что ждем. О, есть Гравиор. И все, супер. Есть. А вот это уже карта уже около, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, $20, если я не ошибаюсь. Ну, увидите на экране цену уже, сколько она стоит, но есть в нашей коллекции. Супер. Это отличная карта. Ну и последний пакетик на сегодня. Если Shiny будет здесь еще, отлично. Это очень хороший бокс будет. Сегодня это будет очень хороший бокс. Так, смотрим, что же нам попадется в нем. Так. Нет. И последнее. 3, 2, 1. Не, это просто обычная холла. Экспидор. Обычная, но неплохо, неплохо. Если так смотреть, то мы сегодня споймали одну Shiny и одну карту, которая стоит около $20. Неплохо, неплохо. Всем спасибо, кто смотрел нас. Всем будем благодарны за ваш лайк, подписку. Ждите новых видео. Всем пока!